Всем привет! Очередная игра с открытым исходным кодом. Warzone 2100. Это типа у нас real-time стратегия. Военная стратегия. Военная стратегия. Ну, в первую очередь нас интересует, конечно же, исходники. Вот так, давайте я вики клацну, потому что download я только что клацнул и увидел, что... там сразу, а вот get source, get campaign video. Давайте вики. Что у нас на вики? Вики, documentation, communication, AI, искусство, программинг. Мы используем C++ и Git. О, карты. О! Linux Compile, короче, руководство по сборке под Linux. Так, кликаем. Ну, давайте сделаем вот это. Git clone. Копи. И склонируем. Дальше. Установка зависимостей. Так, Debian. Ну, у нас Debian, Ubuntu, поэтому сразу вот это все установим. Но, скорее всего, это все уже установлено. Потому что это уже не первая игра. Ладно, короче, я во втором окне терминала попробую это все установить. Вот, потому что это уже какая игра, даже не знаю по счету, open source. И как вы видите, ничего уже не требуется. У меня уже все это установлено. Так, пока это все качается, сейчас посмотрим, что тут еще написано. Compilation with AutoTools. Ну, подождите-ка. Тут же вроде вот написано. Я понял, после всего этого надо еще проинициализировать все модули, потому что там еще куча модулей, их надо проинициализировать. Да. Вот сборка. Автоген запустим, конфигур и make. Есть. Либо же про... Не. Disable debug. Ладно, об этом всем вы, думаю, можете почитать более подробно сами. А я сейчас сделаю инициализацию всех модулей, как было написано. Вот. Есть там сейчас какие-то third party, ну, сторонние библиотеки еще скачаются и все такое. Вот. И сделаю вот это. Инстал делать не буду, потому что если каждую игру буду устанавливать, это у меня столько будет библиотек уже, что потом я задолбусь это все чистить. Так, давайте посмотрим вообще, что это такое Warzone. Ну, вы, конечно же, можете поставить на паузу и ютубнуть. Так, есть какой-то гид по Warzone. Ага, Real Time стратегия. Pumpkin Studios. Вот так вот. Какая-то Pumpkin Studios. Так, оружие какие есть? Есть вот такие вот оружия. Я, кажется, когда-то давно в нее играл, потому что она, по-моему, есть в репозиториях Ubuntu, эта игра. Но я буквально так запустил, чуть поиграл и все. Компании не проходил, ничего не проходил. Формулас какая-то. Это типа как рассчитывается урон. Ага, понятно. Так, что у нас тут с модулями? С модулями вроде бы все. Значит, пора это все собирать. Запускаем автоген. Давайте я вот так вот опущу. Есть у нас тут автоген? Есть, не обманули. Это хорошо. Значит, делаем вот так. Автоген SH. И чё? Вроде я ошибок здесь не вижу. Теперь, говорит, делай вот так вот. Конфигур и make. Ага. Ну, не дурак. Был бы дурак, не понял. Там вот так вот говорится. Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял. Короче.
Конфигур. Надеюсь, все пройдет хорошо. Есть, ошибок нету. И все, делаем make. Make. На make мы делаем с помощью J10. Вот так вот. И понеслась сборка. Надеюсь, все будет отлично. Да, уже я увидел флаги C++ 11. Он где-то используется. Так, что у нас тут дальше по игре? Ну, это стратегия. Это мы уже поняли. Есть вики. Кстати, да, как мы видим, во многих таких вот open source проектах есть довольно-таки неплохая вики, какая-то документация, все такое. В отличие от каких-то коммерческих игр. Вот, потому что в некоторые игры закрытые, платные, они, ну, как-то попроще. Меньше у них всего. Хотя, в принципе, есть такие, где все подробно расписано. Так, ладно, я тогда нажму на паузу и потом продолжим, после того, как соберется. Ну, пока каких-то проблем нету. Не было по установке, по скачиванию, по сборке и все такое. Вот первые проблемы. Не, проблем нету, установилось. Да? И где? А куда она установилась? Так, это надо по make-файлу смотреть. Либо же не париться и сделать make-install. А давайте сделаем make-install. Make-install. А вот теперь-то error. А почему error? Наверное, потому что... Да, надо sudo делать. Так, а откуда оно хотело устанавливать? Мне интересно, где этот бинарник лежит. Давайте я сейчас поищу непосредственно бинарник. Вот. Давайте я сейчас... Блин, зачем я вышел? Я сейчас поищу непосредственно бинарник. Если я его не найду, то я сделаю make install. И все. Так, Warzone 2100. Так, давайте поищем здесь. Find file. Вот так вот. Опа, вот тут, ну я не знаю, запустится он или нет. Запустилось. Отлично, значит, установки не надо. Так, давайте опции. Видео опции. 1024, да, нормалек. Да пофиг, давайте запустим игру. Главное, чтобы игра запустилась. Синглплеер. Новая компания. Альфа, гамма. Че это такое? О! Все работает. Правой кнопкой зажал, покрутил. А как вот стройка. Что-то можно построить. Это эти. Наверное, какие-то командный центр. А это что? Фабрика. Фабрику давайте тут построим. Не понял, а почему... вон все поехали строить. Правой кнопкой есть. Ну, смотрите, работает. То есть со сборкой проблем нету. Со скачиванием исходников нету, с запуском тоже нету. Все, я выхожу. Это стратегия, поиграйте сами. Не, если, конечно же, вам интересно, как я буду играть, то вы пишите. Я могу поделать обзоры по пару миссий, да, там просто тупо игра. Вот, и все. Если вам такое, конечно же, интересно. Но таких вот обзорщиков на YouTube довольно много. Вот, короче, смотрите, куда она установилась. Ну как, не установилась. Она собралась и непосредственно в папочке Sources. Вот здесь прям бинарники валяются. Здесь и объектные файлы валяются. Кстати, если хотите посмотреть по объектным файлам, какие функции в этом объектном файле, то можно сделать вот так вот. NM. Да. NM. NM такая тулза есть. И давайте wavecast.o. И вы можете увидеть все функции, которые находятся в этой библиотеке. Ну, это так.
Так, написано на C++. Давайте проверим, что тут действительно какой-то код есть. Да, вот есть какой-то код. Скорее всего, видите, здесь вместо, ну, табуляция именно табами, а не пробелами. О чем я говорил, да? Когда-то в своих видео я рекомендовал, что табуляцию измените на пробелы. Потому что вот в этом редакторе я открыл, и смотрите, какие отступы, текст, ну, не совсем уж и отформатирован, да? Ну, как бы некрасиво. Вот, и в разных редакторах это может выглядеть по-разному. Короче, на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!